поставил себя на запись. А кто-то на Твиче может меня глянуть, послушать хотя бы? Точно. Где эта трансляция? Новая трансляция должна начаться. Ну. Так. Что-то ОБС-ка не работает теперь. Что-то я там понажимал. А, задержка еще идет, понятно. Фу, все, вижу где-то.
Да, замечательно. Задержка работает. Блять, я реально перекрою нахер этот выход на вулкане. Там только наш дом будет. И проход будет, знаете, через колючки такой узкий, блядь, чтобы каждый, кто пробегал, либо ему приходилось прыгать в бок куда-нибудь, либо через колючки ползти. А что, он меня вынудили так? Чего? А я нет, я не застроил же так, чтобы нельзя пользоваться. Пошли они в жопу с такими правилами. Да, сложно, да. Ну, любая постройка влечет как бы сложность влечения ее. Если кто-то не согласен, кому-то кажется это чересчур. Так, сколько времени-то? А, ой, еще можно кофе сходить попить. Так, вот теперь тут еще и суши появились. И кофеек-мафеек. Из хрюши, да. Готовила тоже хрюши. Это точно.
Ремнабор нужно выучить. Да. Чтобы чинить кирки. Обалдеть просто. Ну вот по новым не считали. Ну, ну, да, надо сравнить свой ремонт, ну сколько стоит самому отремонтировать у себя в кармане. Смотри, в любом случае ты будешь тратить один уникальный материал в виде этого обсидианового сплава и тратить, не знаю, там стальную раму и тесаное дерево. Три. Это три предмета. Три ресурса. А тут ты только за. А тут ты только за закаленную сталь. Три кусочка стали. Да, и число там большое. То есть небольшая. Возможно, материалы закончились какие-то. А то, блин, прилетаешь на какой-нибудь тот же вулкан. Нет, крафтить дороже. Крафтить в том-то и дело, что дороже. Вот тут сейчас одним рабором на 81 единица кирки. По-моему, время набора просто не до конца дочинивают. Да, вот он ее дочинил. Ну, с 81.
много, пипец как. На вулкане сейчас битва за обсидиан. Реально, кто быстрее? Ага. Бежит специально за мной. Да мне в том-то и дело. Сейчас бы оружие достать, конечно. Что такое? Я ударить его не могу. О, здесь есть золото еще. Не понял, а что, я не бью, что ли? Что за херня? Ну, дамаг не проходит. Это что? В жопу его себе затолкай, обсидиан этот. Прости, что так грубо, девочка. Так подожди, так. А, это сука. Ну да, там нет, ты, да, зоопарка с рабами, но, блин, их быстрее найдешь, а по таймеру, чтобы они резались быстрее, ну, не резались, а таймились быстрее. Не говорил ему? Да ничего, ни хер с ним. Не, ну ладно, там 15 минут, да, ты ускоряешь тем самым кач. У тебя рейты, плюс еще вот такая возможность, что мобы быстрее резаются. И можно нон-стопом тот же самый Асгард фармить. Ну да. Угу.
Вот. Я как муха на стекле потираю руки и такой, дело идет к секасу. Надо только телочку свою не палить. Золото надо забрать. Перебор. Я за ним убежал сюда. В это грязное, вонючее место. Чтобы добывать золото. А, там багами нельзя. Ух, блин, чуть не упал. И читами пользоваться. Ну, это на Канариуме. Вот, я уточнил, потому что тех, кто остался, кого не забанили, тем можно. Все-таки слава о том, что наша гильдия юзает открытый богоюз и всякий софт. Она остается. Кто там меня в прямом эфире слушает? Да. Нет, в игре. А стрима у меня нету этих. Надо потом, если тёлочки подтянутся, типа, на этот, на стрим будут смотреть, типа, ой, это же Флюги играет, он такой милый. Ну да, полдня сегодня сидел. Это было как раз... А, нет, этот... Назгул. Кто? Азла? Это не Азла, а Гузло. У него погоняло Гузло. Профессор Гузлинский даже можем так усилить. Но потому что он не зло, не озлобленный никакой. Ну просто вот, ну говно есть говно. Узгузлок. Так, ну такой вот, я его таким человеком себе представляю. Возможно, я не прав. Возможно, он хороший парень, доброй души человек. Возможно, но, блин, вот в игре гандон. Бля, силы. Силы, вернитесь, мне надо быстрее это убегать отсюда. Я не хочу помирать. Давай, золото, бейся еще. Приятного. Как-то я отсюда... Вот так вот. Убирался. Так, мы на самом деле еще дальше. Вот туда. Налево. Давай быстрее, я пить хочу. Мне уже обсидиан не нужен. Я придумал, я сейчас все-таки у базы лучше умру.
пока есть хп. Быстренько добегу. Будет забавно, если я умру, и меня облутают опять. Но теперь у меня задержка 5 минут, по идее. Если только за мной прям не бегут след в след. Меня найти сложно. Ты бежал до базы, все, я могу сохраниться. О, фух. Челлендж выполнен. Грим, блядь, подпёздыш. Мы тоже читами пользуемся. Нам тоже нигде не разрешают.
Блин, первое, что надо было узнать, откуда она. Стоит ли игра свеч? Они решают. Просто я ее убивал, а она сейчас, ну, видать, ей так насолили. Ну, что она готова это. Вчера бомбила ее. И она очень радовалась, что мы харадримов идем бить. Предлагала нам свою помощь. Говорит, мы вам бомбочек понадаем. Сука. А, классно, она согласилась. А, так, а как в приват писать? Здесь можно в приват? Нет, не с Дискорд, а в игре. Где я ее буду? В Стиме добавлять, что ли? Так, не, надо ей нормальное сообщение. Ctrl-Shift. Список игроков. Текущая игра. Профиль. Бунтарка, ну точно баба.